Дорогие друзья, наша духовная сестра Гопи Преди, ученица Шрилы Гурудевы, сейчас исполнит танец, который называется Шрингар, что обозначает процесс, когда Шримати Радхарани готовится к встрече с Кришной. И просим прощения, у нас запись очень-очень древняя, старинная музыка, она специфическая немножко, с пластинки, поэтому простите нас. Значит, и прежде чем начнется танец, мы хотим немножечко объяснить жесты, которые использованы в хореографии, чтобы вы смогли прочитать их уже потом в процессе танца. О, счастливица Радха, твоя аскеза переплавлять на лодке души через все три мира. Вся слава тебе. Сейчас ты собираешься на свидание с возлюбленным Кришной. И делаешь шрингар. Ты расчесываешь волосы, поплетаешь косу, одеваешь на голову гирлянду из цветов, ожерелье на шею, украшения в нос, браслеты на плечи, звенящие браслеты на руки, звенящие серьги. Подводишь глаза слюной. Ставишь бинди. Украшаешь пробор. Красивая. Затем надеваешь юбку. Поправляешь складки. Чоли, дупату, сияющее колечко на пальчик, колокольчики на ноги, и вот ты красишь губы, закрываешься дупатой. Стесняешься, ты бежишь на свидание, прикрыв лицо. Затем ты идешь осторожно, смущаешься, ты открываешь, ты закрываешь свое лицо, опасаясь чужого взгляда. Вдруг остановилась, сняла накидку, отодвигаешь кустики, качнулась в сторону, наступила на колючку. Больно, выступили слезы, потираешь, появляется Кришна, ты чувствуешь, ищешь его, но нет, говоришь, не пойду туда. Ты волнуешься, раскачиваются деревья, светит луна, ты идешь по лунной дорожке, накидка цепляется за куст. Ты скорее хватаешь ее, вдруг это Кришна схватил. Кришна наблюдается, и он появляется, как павлин с распущенным хвостом, лениво очаровательный, с большой улыбкой, в ярких, как солнце, сияющих желтых штанишках, на голове корона, заигрывает, подбрасывает флейту и тут же ловит ее и двигает бровями. Shingar ek
Angkat sendiri,